Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подхода к Крымскому мосту. И сегодня мы с вами на станции Керчь-Южная. Сейчас я вам покажу маршрут, по которому ездили строители. Ну и предполагаемая дорога, которая пойдет с Верхнего Солнечного вот на верхнюю площадку. Вот она, эта площадка. Ну, пока работ здесь никаких не ведется. Вроде как в апреле месяце обещает закончить все формальности и начать непосредственно строительство этой дороги длиной около от 1,5 до 2 километров. Ну и вот эта дорога строителей, сейчас мы вот сверху с вами ее видим, как она идет. Ну и потом проедем по ней. Удалось проехать, потому что вот там в районе Верхнего Солнечного пост охраны был, его сейчас убрали, и можно вот до городка строителей, вот городок строителей, асфальтовая дорога, можно доехать. Ну и вот если ехать городок строителей, поворот направо, а мы налево повернем, тут щебнем дорога отсыпана, но можно проехать до верхней площадки, проехать, посмотреть. Вот видите, где автобусы идут, это вот шоссе Героев Сталинграда, дорога, улица, ну и вот примыкание дороги. Вот здесь был пост охраны, сейчас его нет, вот убрали, шлагбаум был, а сейчас нет. И вот проехал я на машине и посмотрел, как можно будет проехать. Ну, конечно, здесь эта дорога строительная, может быть, какие-то будут нюансы, там спрямят ее немножко, а может быть и так и пойдет. Ну, будем смотреть, наблюдать, по крайней мере, вот как заявлял министр транспорта, что в апреле уже начнут строить эту дорогу. Ну и вот мы едем с вами теперь на машине, поворачиваем налево. Сверху вы посмотрели, там наглядно все, а теперь, как говорится, на земле. Вот здесь был пост охраны, вот знак еще 30 стоит. И вот асфальтовая дорога, посмотрите, даже с правой стороны по ходу движения даже бордюр установлен, тротуарчик там такой узенький. И справа городок строителей. Вот направо это в городок, а налево, конечно, здесь асфальта еще нет, вот такая вот дорога, но ездить нормально. Это вот строители по ней передвигаются, и мы сейчас доедем с вами до верхней площадки. С правой стороны, как вы видите, станция Керчь-Южная. Ну и вот приблизительно такой маршрут будет движение к верхней площадке, к пешеходному переходу номер 2. Который находится у нас вот там чуть дальше, сделать там, заасфальтировать, и вообще шикарно будет. А потом там пешочком по переходу и вниз туда к вокзалу. Ну а кто хочет прям непосредственно к вокзалу заехать, через 9 километр может проехать. Ну, через весь город маршрут, конечно, чуть дальше будет, тем более местные городские власти обещают вместе с республиканскими властями транспортными организовать маршрутки движения из города вот до вокзала. Ну, вокзал тоже находится в городе, но приходится выезжать за город на 9 километр, чтобы попасть. Так что будем смотреть и ждать строительства вот этой дороги. Вот видите, где машины стоят. Здесь раньше тоже была охрана, и вот сюда привозили рабочие здесь. Многие выходили с автобуса и шли на работу. Вот даже ворота еще остались. Ну и вот там пешеходный переход номер 2. Вот мы с вами проехали. Ну а мы потихонечку возвращаемся, и давайте посмотрим теперь станцию Керчь Южная. Сама станция, собственно говоря, готова. Вот Верхний Солнечный, здания, дома жилые. Обещают в этом году 37 многоэтажек отремонтировать. Тем более будут выделены деньги. 7,2 миллиарда рублей выделено на Крым. Из них 6,9 на закупку новых локомотивов и электричек. Там будет закуплено 15 локомотивов, 7 электровозов, 8 тепловозов. Затем еще будет докуплено около 9
рельсовых автобусов, в том числе рельсовые автобусы РА-3. Так что тоже вот хорошие новости. Они будут, рельсовые автобусы будут ходить Керчь, Феодосия, Джанкой, где нет электрификации пока, а там будут ходить уже от Джанкоя на Евпаторию и на Симферополь и Севастополь электропоезда. Ну вот, здесь такие хорошие новости, ну и немножко в бочку с мёзом, ложку дёгтя, что мы все предполагали с вами, что Керчь Южную откроют к апрелю месяцу, а нет, обещают к июню месяцу открыть. Но в апреле будет открыто еще дополнительно, поезда пойдут по летнему расписанию. Ну, вы пока посмотрите, а я вам вот, что именно в апреле пойдет. Потом еще в мае пойдет. Ну, апрельские вам перечислю. 25 апреля поезд Екатеринбург-Симферополь. Он будет идти через Самару, Саратов, Волгоград. Время отправления в 20 часов 35 минут. Прибытие в 16:10. Время в пути составит 67 часов 35 минут. Ну вот, этот через Челябинск, Самару, я уже сказал, второй поезд Екатеринбург-Симферополь будет отправляться с 28 апреля. Время отправления 23:55, время прибытия 16:10, время в пути 64 часа 15 минут. Ну вот этот маршрут на 3 часа покороче будет. Затем 25 апреля стартует маршрут Мурманск-Симферополь. Внимание, время в пути 93 часа 10 минут. Время отправления 19:00, время прибытия в Симферополь 16:10. Это вот 27 апреля будет идти поезд. Затем 28 апреля Санкт-Петербург-Евпатория. Отправление Санкт-Петербурга в 19:16, прибытие в Евпаторию в 14:15. Время в пути 42 часа 59 минут. И, наконец, еще один поезд в апреле месяце будет, это Кисловодск-Симферополь. Отправляется он, первый поезд, 29 апреля в 12 часов 50 минут с Кисловодска. В Симферополе будет в 10 часов 30 минут. Время в пути 21 час 40 минут. И 3 или 4 поезда еще будет стартовать в мае. 2, 3, 4 и 5 числа. Но об этих поездах расскажу уже в другом видео. Вот, помимо еще двух уже действующих маршрутов, Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь, добавится вот еще. Ну и, естественно, пригородное сообщение Керчь-Анапа уже действует. Ну а вот мы смотрим с вами все-таки работы какие-никакие на станции Керчь-Южный идут. Вот линейный отдел полиции доделывают здесь облицовку. Все никак не доделают. Вроде как погода начала потихонечку позволять делать отделочные работы. Ну и сам, собственно говоря, вокзал. Снаружи тоже еще вот облицовка до конца не готова. Ну вот оцените. Сверху, снизу, со всех ракурсов. Это вот с привокзальной площади. Вот так выглядит вокзал станции Керчь-Южная. Ну, в билетах Керчь-Пассажирская будет написано. Пока там стоит звездочка, это говорит о том, что пока техническая остановка. Ну вот, теперь возвращаемся в более привычный нам ракурс. И Керчь-Южную дублирует, как вы уже знаете, а если не знаете, то скажу, станция Багерова. Пока там остановка всех поездов, которые идут в сторону Симферополя, Севастополя и наоборот. Многие спрашивают, а как ночью добираться? Организовали автобусное движение от вокзала станции Багерова и до вокзала станции Керчь. Не этой вот станции Керчь-Южная, а станции Керчь. Под каждый поезд идет автобус. Так что вот ночью до станции Керчь подвозят. Ну вот, собственно говоря, вот сюда мы с вами на машине подъехали. Вот она, эта верхняя площадка и пешеходный переход номер 2.
сам пешеходный переход готов, но вот пока здесь больше никаких работ нет. И еще мы вот с вами все ждем, когда же начнется электрификация отрезка пути от Тамани до станции Багерова и строительство тяговой подстанции, потому что по плану ее уже должны электрифицировать и все сдать к концу текущего года, к концу 2020 года электрификацию до станции Багерова. Ну, пока вот, как мы с вами видим, никаких предпосылок к этому нет. Ну, в принципе, на мосту ставить опоры, только закладные под них готовы. Ну и здесь в вот таких вот крупных узлах уже и стоят опоры контактной сети. По всему пути следования до Багерова с одной стороны уже опоры контактной сети стоят. Где-то на путепроводах даже уже стоят с обеих сторон. Так что работы вот такие вот самые сложные на станциях уже закончены. По установке опор, вот видите, и жесткие поперечины стоят уже, вот здесь движение грузовых составов, хоппер-дозаторные вагоны ни на секунду не останавливается, идет с моста щебень, ну и строители сами себе завозят, можно сказать, уже грузовые перевозки открыли. Ну и как поговаривают, как мы уже говорим, злые языки, что в апреле могут запустить грузовое движение по мосту с Тамани. Там досмотровый комплекс готов. Ну а обратно с Крыма грузовое пока до 1 июля будет на пароме. На этом все, дорогие друзья. Вот такая информация для вас. А я заканчиваю. Всего вам хорошего и до новых встреч.